Здравствуйте, друзья. Вот эти орлы, которые в полете, очень созвучны орлам, вот настоящим соколам, одесским соколам, да, которые получают офферы в Сакраменто, да? Да. Поедете в Сакраменто? Поеду. Как говорится, one shot, one kill. То есть один раз отправила. Вы сразу такие слова позвонили. Прямо говорите, я даже да, стесняюсь. Да. Сразу позвонили, сразу предложили. То есть вы искали работу в Сакраменто и получили один оффер, и второго ждете? И второго жду. Меня, знаете, что удивляет? У нас многие люди часто вот они говорят, что в Сакраменто плохо с работой, и я тоже говорю, что там как-то не так хорошо, как у нас тут. Вообще, что произошло? Вот вас что, порвали там в этом Сакраменто, или там вдруг работы много стало? Вот нет, еще. Там работы много не стало, но насколько я слышала да. от даже от тех же менеджеров, с которыми проходило интервью, да. там не так уж много квалифицированных кадров. Таких, как у нас. Кадры есть, а квалифицированных нет. Ну, что мы из Одессы? Так, то, сколько конечно. Там из Одессы народу? Конечно, господи. мы все знаем, мы все умеем. Угу. И поэтому... Поэтому было довольно легко. В общем, обосновываетесь, там практикантики туда-сюда. Мы вам всегда подбросим самых лучших. Да, Жанна вам сегодня референсы давала, она вас так хвалила. Жилье там дешевле гораздо. А вы присмотрели что-то? Ну, 500-600 долларов однобедрумный. Приличный? Ну, то есть ну, как нормально. Для приличной не девушки. Не хуже, чем тут? Не хуже. Окей, 500-600, вот как, то есть в 3 с лишним раза дешевле. Можно да, сказать. Да, здесь мы платили, вот мы жили вчетвером в однобедрумной за 2000 в мексиканском квартале. Да. Там где-то приблизительно то же самое, может, за 500 долларов. В русском квартале? Снять. Нет, тоже в мексиканском. Да. В русском будет, ну хорошо, в русском будет 700 долларов. Ага. Но это все равно не те деньги, так не 2000. Так заодно еще язык подучите, деньги сэкономите. Мексиканский? Ну да. Испанский, вернее. Да. Сори. Ну это ничего, это вы скоро освоитесь с языками. Конечно, разными. Конечно. Так и... а что тестировать-то вот на этой позиции? Какой предмет тестируется? А я не могу говорить. Ну, это софтвер. Это софтвер. Но это на мобилках или там по на нет, вебе? Это пока что web-based application. Так. Но там оно связано просто с government, поэтому подробности сказать не могу, но это что-то типа статистики. Статистики звонков 911. То есть вы, можно сказать, попали в буржуинство сразу? Высший класс. Хорошо, значит, помашите ручкой нашим ребятам, одесситам воздушные поцелуи. Все. Успехов и не пропадать. Не пропадаем.